вечера в дворце Горчакова. Сегодняшний наш концерт посвящен 215-й годовщине со дня рождения Франца Шуберта. Сегодня будут собраны два его квинтета. В первом отделении прозвучит струнный квинтет для двух скрипок, альта и двух виолончелей до мажор в четырех частях. В первом отделении принимают участие струнный квартет Санкт-Петербургской филармонии в составе Александра Виктор.
Thank you.
отделением нашего концерта прозвучит фортепианный квинтет Барель Франца Шуберта. В 5 частях исполняют артисты заслуженного коллектива России, симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Александр Виктор. Елена Синишкина.